Один мальчик однажды провалился в параллельный мир, где все были дикие и невоспитанные, но поскольку он был начинающим айтишником, то заново изобрел там компьютеры и все игры и программы и стал в конце концов царем целой планеты. А другого мальчика похитили инопланетяне, но он тоже умел программировать и сумел перепрошить их космолет, чтобы тот слушался только его, и прилетел на нем обратно на Землю и привез еще с собой пленных пришельцев на опыты. И ему сам президент вручил медаль и дом у моря, и велосипед. А еще как-то раз одна девочка сидела в парке с книжкой по программированию, а мимо проходил самый красивый мальчик в мире, и когда он увидел, что она читает, он тут же признался ей в любви, и они дальше жили долго и счастливо и все время программировали. А один толстый мальчик решил написать игру и так увлекся, что все время забывал поесть и очень сильно похудел, пока писал, а потом эту игру продал и стал миллионером и плейбоем. А еще был случай, когда некрасивая девочка выучила программирование лучше всех и стала директором огромной корпорации, и все мальчики за ней бегали, потому что красивых женщин много, а умных найти трудно. А один хулиган и двоечник решил изучать программирование просто от скуки, но у него вдруг оказался к этому талант, и он сразу получил кучу премий, купил машину и на ней поехал учиться в самый лучший институт. А все его друзья, хулиганы, продолжали во дворе пить пиво и ничего в жизни не добились. А другой мальчик был такой умный, что ему не с кем было поговорить, потому что все казались по сравнению с ним глупыми. Ему даже памятник хотели поставить и президентом сделать, но он отказался, потому что вел интересный проект, и у него горели сроки. А потом он встретил ту некрасивую девочку, которая стала директором, и они сразу поняли друг друга и проговорили всю ночь напролет, и в основном про программирование. Или вот был случай. Однажды одного мальчика выгнала жена, а он не спился, как она рассчитывала, а выучился на программиста, разбогател и купил новую квартиру, и каждый раз, когда проезжал мимо дома жены, то громко смеялся. А еще кто-то посмотрел этот мультфильм и тоже решил стать программистом, и хоть инопланетяне его так и не похитили, но зато у него всегда была интересная работа, за которую платили много денег. И вообще, все в будущем сложилось очень даже зашибись.